свой предсказуемый зал. А что это вы сейчас напряглись-то? Что это вы на меня смотрите? Вот, девушка, вы чего вот вы на меня так смотрите, а? Вас как зовут? Аня? Вот, Аня, сейчас я вам все объясню. Предсказуемый зал, потому что вы сейчас будете смеяться и хлопать над нашими шутками. И вообще не отвлекайте меня, мы начинаем. Кирилл, скажи мне, пожалуйста, почему, когда мы ехали сюда, твой чемодан весил 6 килограмм, а сейчас он весит 6 килограмм и 10 грамм, а? Как ты собрался это объяснять? Ты думаешь, если ты второй раз, прикинь, если невменяемым это прокатит? Ну да, все. Вот, Кирилл, послушай меня внимательно. Все это может привести к таким проблемам. Ты дебил, что ли? Я тебе говорю, ставь на место, а? Парни, успокойтесь. У меня есть новая фишка в команде. Перед каждым выступлением я себе делаю новую прическу. Жень, зачем? Все равно шляпа получается. Забили. Ты не завидуешь, очкарик? В смысле? Эти очки мне так чисто для понта здесь. А ты короночку держись? О, таких лещей я еще никогда не получал. А карасей? Спасибо, Калеет. Завтра можешь съездить на родину. На китайский рынок? Ребят, вы что, не понимаете, что нашему выступлению сейчас чего-то не хватает? Шоу! Нет, наши отношения зашли в тупик, она собрала вещи, уехала к маме. Так, Кирилл, сними этот чемодан и пойди убери его. Хорошо, пойду поставлю. На колени! Да иди уже! А, ребят. Антон, вон девочку хочу поцеловать. Слышь, Аня, иди с зала, не мешай нам. А, друзья, знаете, вот мне реально надоело это прекрасное отрепетированное выступление. Все, я начинаю новую жизнь. А ты старую сохранил? Это кто? Это Толька. Согласись, здорово, да, я приду? У тебя соус есть? Нет. Вот ты бессоусный. Ты что, больная, что ли? Ты что, пугаешь? Тебя.
Друзья, о, ребята, слушайте, у меня такая в голове идея сейчас возникла. Представляете, если собаку облить валерьянкой, что будет? Она будет мокрой. Ха! Ты что, идиот, что ли? Коты будут колебаться между страхом и желанием. Крошка кореец, ты что делаешь? Показывай мне отделку. Какую? Девушка растягивает джинсы. Так, ребята, все, давайте начинать наше выступление. Подожди, давай станца. Вам понравилось наше выступление? Саш, не так надо говорить. Вам понравилось наше выступление? Ну да, в принципе, да. Что? Что, Ань, говоришь? Не понравилось? Почему не смешно? Подожди, а как же прикол с прической? Ну-ка, Жень, давай еще раз. Парни, у меня новая фишка в команде. Перед каждым выступлением я себе делаю новую прическу. Жень, зачем? Все равно шляпа получается. Что, не смешно? Давай еще раз. Парни, у меня новая фишка. Перед каждым выступлением я себе делаю новую прическу. Зачем, Женька? Все равно шляпа получается. А! Слушай, да ты не понимаешь ничего. Все, фу, друзья, а сейчас мы не будем тянуть кота за базар и скажем вам так. С вами была команда Big Viber. Мы за Жириновского.